За последнее время это три случая, вот, так скажем, за последний месяц поступили дети, укусанные и бродячими собаками, и, в общем-то, и домашние. В силу того, что дети одеты достаточно хорошо сейчас, таких грубых травм не бывает, но в любом случае это раны, повреждающие поверхностные слои кожи, и все равно это осаднение, ослюнение, что является входными воротами для инфекции. Первичная хирургическая обработка проходит, обработка ран и плюс иммунизация, вакцинация ребенка против бешенства. В зависимости от полученных травм дети могут находиться и на стационарном лечении, и в рамках дневного стационара.